Добрый день, это новости экономики на Лен-ТВ. С нами на связи наш корреспондент Сергей. Производство ничего не производит, кроме фильмов, что у нас все заебись. Нефть качают, газ, а на заводе показатели всегда стремятся вниз. Со стены глядят великих лики, были времена и был народ. Мы по территории велики, ну а в остальном наоборот. Наша экономика, наша экономика, как хуяку экономика, наша экономика, наша экономика, как хуяку экономика, наша экономика, экономика хуя. Сделано в России редкий фактор. Суперджет, мне скажут, но есть но. Наш возьмем, допустим, даже трактор. Все детали у него Рено. Со стены глядят великих лики, были времена и был народ. Мы по территории велики, ну а в остальном наоборот. Наша экономика, наша экономика, как хуяк экономика, наша экономика, наша экономика, как хуяк экономика, наша экономика, экономика хуяк. Разговоры о приборостроении понижают мое настроение. Вон даже программисты съебали, кто-то в Грузию, кто-то на Бали. Здесь остались актеры, юристы, менты, блогеры и гитаристы, управленцы и бюрократы и дебилы, блять, на самокатах. Выражусь предельно я пространно. Чтобы разглядеть, нужна здесь лупа. Наш успех измерить можно в нано. Вместо микросхем микрозалупа. Со стены глядят великих лики, были времена и был народ. Мы по территории велики, ну а в остальном наоборот. Наша экономика, наша экономика, как хуяк экономика, наша экономика, наша экономика, как хуяк экономика.